Справедливоросы внесли на обсуждение в Госдуму законопроект, позволяющий жителям домов под снос продлить приватизацию еще на 3 года. Об этом сегодня сообщила газета «Известия». Разработчики законопроекта ссылаются на то, что фонд содействия реформированию ЖКХ планирует завершить ликвидацию аварийных домов по всей стране к концу 2015 года. А это значит, что проживающие в ветхих домах люди получат новые квартиры после отмены бесплатной приватизации. Ведь срок ее действия истекает менее через месяц. В общей сложности от разных разработчиков на рассмотрение в профильном комитете находятся 6 законопроектов. Сроки продления приватизации предлагаются разные – от 3 до 6 лет. Окончательное решение Госдума примет на следующей неделе.